коллектив столовой номер 6 Орсона 2 в честь 26-го съезда взял повышенные социалистические обязательства. Закончить план товарооборота на один день досрочно 10-й пятилетки, собственную продукцию на 2 дня досрочно. За 8 месяцев план выполнен на 110%, собственная продукция на 120%. Коллектив полностью подготовил к работе в зимний период для обслуживания железнодорожников непосредственно на местах. Коллектив организован, дисциплинирован. Зав. Производства у нас товарищ Чепеленко руководит всем этой работой. Имеются хорошие товарищи в холодном цеху, товарищ Куриленко. Повар-раздатчик, это товарищ Бережная. К работе зимние условия, потому мы подготовлены полностью. Предприятие также готово для принятия круглосуточно обслуживать железнодорожники горячим питанием.